Мартин Йол посчитал, что футболист, который почти все лето пытался флиртовать, по мнению тренера, с Ливерпулем, недостоин того, чтобы быть включенным даже в заявку команды на первый матч. Видимо, многоопытный тренер считает, что американец в данном случае не готов отдаваться на 100% в играх за клуб. И что показывает арбитр? Арбитр показывает на центр. Петрич открывает счет своим мячам за Фулхэм уже в матче первого тура против Норвича. А вот теперь стоит задуматься. А был ли мальчик? Точнее, был ли мячик за линией ворот? Ведь в Англии, насколько я знаю, пока по-прежнему еще нет решения о 5 арбитрах в поле. То есть один в поле и 5 на линиях. Отсюда не видно, но похоже, что мяч за линией все-таки побывал. И защитник его выбил уже после того, как он полностью пересек ленточку. Может быть, с этой камеры мы с вами увидим. Скорее да, чем нет. В любом случае 2-0. Младен Петрич, 41-я минута. А Дафта всего лишь 36-я. 2-0 и уже совсем уверенное преимущество Фулхэма ближе к концу первого тайма.